пишем фирмы. Структуры и основы закона Хаита. Ну, чтобы понять. Дети, как они воспитываются, какие условия и прочее, прочее. Также, по-моему, на юджизме мы разбирали структуру человека. То есть, посмотрите. Когда у нас шла положительная структура, жить, людина, и опять же человек, и также противоположности, нежить, потом нелюдь. Без. Нет, но это уже, можно говорить, как дальше уже ее чужие формы. То есть, вот как человек, людина и жить. То есть, жить – это жители, живущие как бы троичной системой. В том числе и людины. У них уже как бы семеричная система. То есть юджизм. Вспоминаете первый урок, первого курса, да? И потом человек. Это уже у нас трансцендентальная система, 9 и выше. И нежити. Как противоположность данным структурам. То есть это мы разбирали. Если вы чакры 7-9. Не чакры, уровни. То есть вот, допустим, у человека троичного уровня, то есть вот, жить, да? Для него есть понятие жарко, холодно, нормально. Минус, плюс, посредине ноль. То есть вот он уровень троичный. 7 чакр, 7 нот, 7 цветов радуги, 7 органов чувств. Это у нас уровень семеричности. То есть все, что связано с семеркой. И высший уровень – это многоцветие. То есть не 7 цветов, славянская, будем говорить, радуга минимум на 16 цветов делилась. То есть, а это уже не 7. Октаву делили на 144 части. То есть диапазон побольше был. А также структура не только Земли, но и других земель, других звездных систем, других вселенных. А также уровни более высшего плана, то есть я имею в виду уровни многомерности, многоплановой власти, то есть божественные уровни, и так до самого рамки. То есть поэтому система как бы была более расширена, более увеличена. То есть это вам все давалось на прошлых курсах. То есть, но давалось вроде бы как бы информативно кусочками. Для чего? Для того, чтобы это все отложилось.
под корочки, чтобы дальше знать, что откуда вытекает и что с этим делать. Кроме того, мы также разбирали, по-моему, на юджизме понятие матрицы. Джива создает матрицу, душу, да? Туда, да, определенная информация, а также Бог-покровитель рода дает общую информацию. То есть набирается как бы определенная система. То есть этому дано одно, этому другое, этому третьему, но между ними есть что-то общее. Выяснили, да? И как бы вот эти информационные структуры или пакеты, кому как нравится, но предки говорили, общности, то есть общности это как бы где много душ невоплощенных собрано, но они все как бы имеют что-то общее, то есть как бы родственные души выражения. Вот такие вот общности душ. И каждая отправляется на определенный уровень, где ожидает своего воплощения. Поэтому, в зависимости от того, какого информационного плана душа, от этого же зависит и ее степень воплощения. Ну, допустим, в буддизме, индуизме есть такое понятие, что если человек духовно развивается, то как бы новое воплощение его души будет на более новом уровне. Если он был праведником, там, допустим, ремесленником, то есть в следующей жизни он уже может быть воином, а воин может стать жрецом, а жрец может стать правителем и так далее. То есть как бы поднимаясь на более высокую ступень развития. Либо возможность несколько раз воплотиться на Земле. Ну, чтобы пройти, то есть задача как можно больше информации впитать за одну жизнь в данных социальных условиях не получается. То есть и душа принимает на себя как бы сама обязательство воплотиться несколько раз, чтобы до выполнить. То есть, ну, система инкарнации и реинкарнации. Хотя раньше это все умещалось в один. И вот представьте, вот эти вот общности, они находятся как бы на разных уровнях. А уровни мы как бы для себя визуально отмечаем. Вот это как бы, уровень 16-мерный. Уровень, допустим, 15-мерный, 14-мерный, то есть и так далее. То есть, понятно, да? То есть, и они как бы на том уровне и находятся. Возникает вопрос, как они будут воплощаться? От кого зависит степень их воплощения на Земле для того, чтобы потом вновь подняться, но уже находиться не на этом уровне, да, наблюдая, как тут живут, чтобы стать полноценным членом данного сообщества 16 метров. Им надо что? Пройти вот этот рубежный. Рубежный у нас уровень Мидгарда. То есть уровень земного воплощения. То есть он гораздо ниже. То есть здесь у нас все остальные как бы пространства. Так вот. Небесные как бы устои, законы о чистоте рода и крови как раз и давали человеку возможность
не только самому подняться на более высокий душевный, духовный уровень, но также высоко подняться представителям своего рода. Или, как сейчас мы сказали, представителям определенной общности. Ведь что связывает данную общность? А связывает ее то, что здесь, даже независимо от того, вот, допустим, здесь, определенный Бог-покровитель рода. То есть здесь, как бы, определенный род небесный. Но тут же на этом уровне может быть еще одна общность, где тоже определенный род душ, но у них Бог-покровитель другой. То есть это как бы, если перевести чисто на физиологический план, это как бы еще невзачатые дети, которые сначала станут эмбрионом, а потом эмбрион родится в младенце, потом младенец станет малышом, потом подрастет подростком и так дальше. То есть идет как бы развитие. То есть, понятно, да? И здесь на Мидгарде, то есть они должны вокруг абсолютно записывали, то есть должны воплотиться и вернуться сюда, но уже в более новом качестве, чтобы новую информацию передать следующим для воплощения. Но, чтобы информацию передать одно, надо же еще и подготовить, куда им воплотиться. То есть должны подготовить тела для воплощения своих же сородичей, сообщников. То есть ясно, да? А этим занимаются на Земле кто? Простые люди. Мужчина и женщина. А определяющая сила вселенская, которая действует на данное воплощение, известна всем, она называется как? Вот эта вот сила и действует. То есть, в зависимости от того, какой уровень, то есть действует, а мы еще, вспомните, разбирали, каков широкий спектр любви, срочно, вспоминаешь, да, разбирали? Любовь понятие, в нее входит любовь к роду, к родителям, к предкам, к матери земле, к детям, к внукам, к правнукам, ну, ко всему, то есть широкое, то есть. Но у нас пытаются современные ограничить все одним. Любовь – это совокупность полового акта, то есть секс. То есть все свести к этому. На самом деле все по-другому. То есть по-другому это следующим образом проявляется. Сейчас я это узнаю, что-то нарисовали. Вот у нас эти уровни. Ладно. Я их возьму как бы в сторонке. Ну, а допустим, здесь 16-мерными, 8, 4
Вот, медва. Рубежный. И как бы противоположность ему. Я уже разделил. Тоже 4, 8, 16, ну и так далее. Четыре, восемь, 16, но если верхние у нас относятся вот эти миры, это у нас все славь, Мирославие. То вот здесь у нас это все мирнави. А вот эта структура, где положительное все, это у нас явь. То есть мир яви. Ну, заметьте, где минус, как бы 4, я ничего не указал. Я сейчас объясню, почему. То есть, таких земель, как Мидгард, множество. Поэтому, это у нас как бы идет к светлому миру, это к противоположному. И вот, заметьте. Ну, я общепринятыми системами пользуюсь. Есть мужчина, есть женщина. Они соединяют. Они соединяют. И в результате соединения, то есть появляется генетически определенное тело с определенной энергоновой структурой. И вот в это тело с определенной структурой вселяется душа. То есть она как бы притягивается, призывает. И это все зависит от того, какой уровень у нее. Если уровень любви высокий, то есть вот здесь можно поставить единицу. 56. То есть душа, допустим, притягивается отсюда. Если чуть ниже, отсюда. Отсюда все зависит, какая душа. То есть чем выше уровень любви, тем более душа более высокого уровня будет воплощена в данном теле. Чем выше уровень любви, земных, да. Чем выше уровень любви земного, то есть мужчины и земной женщины, тем выше уровень души, которая вселится в тело их ребенка. Хотя бы старое выражение. Свадьбы
совершаются на небесах. Это уже христиане переделали свадьбы. Не свадьбы, а браки заключаются. У них не совершаются, а заключаются на небесах. Хотя изначально говорили, браки совершаются в небе. То есть здесь они правы. Небо – это где нет Бога, а небеса – где нет беса. Поэтому чем выше чувство взаимной любви между мужчиной и женщиной, тем выше уровень, когда душа воплотится в тело ребенка. То есть, и как правило, на подсознательном уровне желательно, чтобы душа именно того сообщества, от которого прибыли эти души. Если же, говорят, а вот произошла случайная связь, да? Ну, как сейчас. Случайные связи, и девушка забеременела. Был ли уровень любви? Нет. Значит, души могут воплощаться уже, ну, я вот так вот поставлю, то есть как бы разъединение, то есть появилось тело без любви. Ну, допустим, ребенок родился у гулящей, у проститутки. То есть ее душа, раз любви не было, не раскрылась для создания новой жизни. И тот, кто с ней совершил половой акт, он тоже не думал о рождении детей. Но биологически организм сработал и появилось тело. То есть уровня любви не было. Значит, что души с высших уровней сюда уже не смогут. Это все равно, что будем говорить, розетку электрическую от промышленного холодильника на три вилки воткнуть в обычную. То есть она не пойдет. То есть пойдет сюда какая? А воплощаться начнутся с нижних уровней. Если даже совершено насилие, к примеру, изнасиловали девушку, то есть тогда вот то, что мы вначале записывали, нелюди, нежити, бесы могут воплощаться в данных тел. Потому что есть даже такое понятие, как ограниченный путь. То есть, что значит ограниченный путь? Вы заметите, допустим, два любящих человека любят друг друга. И как раз пытаясь зачать ребенка, их посыл уходит вверх. Но, допустим, уровни, с которых они пришли, они на данный момент перекрыты. То есть путь ограничен, доступ. Почему? Ну, потому что мы еще как бы находимся на рубеже света и тьмы. То есть понятно, да? Поэтому есть, будем говорить, как фильтр. То есть могут, да, более нижнего уровня, но они не могут пройти по этому ограниченному пути. Не могут селиться. И люди думают, ну что такое? Там живут 5-6 лет, нет детей. У некоторых 10 лет прожили, нету. Но потом, ну, решили. Раз не суждено, значит не суждено. И продолжают друг друга так же любить, как любили раньше. И потом, чтоб уровень открылся. И у них пошли мальчики, девочки, девочки, мальчики, девочки. То есть и не по одному, а по два, а иногда и по три.
То есть и воплотились. И заметьте, всегда душа, которая воплощается, помните, мы говорили, она выбирает себе отца с матерью. Помните, да? Тот ребенок, который воплотится. То есть здесь что должно быть общее? Должны быть общие матрицы, то есть схожие. Ну, чтобы раз и соединиться с тем, что в биологическом теле, чтобы она могла в нем жить, существовать. А для этого нужен определенного уровня отец и определенного уровня мать. Сейчас особенно заочники, те, кто вот первый, второй курс закона элита смотрели, у них куча вопросов. А как быть, если девчонку изнасиловали, и она не девственница? То есть она что, вообще, то есть у нее и душа чистая. Ну, кавказцы напали, изнасиловали. Как быть? Она полюбила парня, парень полюбил ее, но она не девственница. Что в этом случае? То есть жизни не будет? Я говорю, что невнимательно слушали законы Рим. Опять же, вот эта сила, любовь, она способна очистить, убрать вот этот чужеродный образ духа и крови, который занес первый мужчина, и прописать образ любящего человека. То есть ведь у нас же сообразно образу образуется данный человек. Извините за эту толпу. Поэтому он может переписать. То есть не так, что он бегает и ей чуть не каждые 5 минут, я тебя люблю, я тебя, люблю, я тебя люблю. Любящие, как правило, вообще стараются не употреблять слово «любовь». Оно у них не на уровне вербальном, словесном, оно у них на уровне чувств. Они своими деяниями, поступками, решениями в своей жизни подтверждают, что они любят какого-то человека. И не только, будем говорить, на человека это влияет, то есть отношение к человеку. Отношение к делу. Это человек любит свое дело, свой труд, да? А этот к нему относится прохладой, да? То же самое отношение к пище. Вот спросите любого человека, вот он постоянно ездит на шашлыки. Но что ты нашел в шашлыках, да, особенно вегетарианцы? Ну это же мясо, убиенное, животных и прочее. Вот почему ты любишь шашлыки? Ты любишь убивать? Он говорит, я никого не убиваю. А почему ты любишь? Никто не объяснит, почему он любит. Поэтому наши предки говорили, любить невозможно за что-то или потому что. То есть за какие-то дела. Потому что он что-то сделал, что-то купил. В этом. Любят человека просто. Такого, как он есть. Со всеми его достоинствами, допустим, упущениями, недостатками. Вот какой он есть, такой он есть. Вот за это его и любят. И смотрите, мы сейчас разбираем только наших богов, наши уровни. У других видов людей, я имею в виду желтых, серых, красных, черных, у них свои боги, свои уровни. Да, каждого для них есть понятие своего, светлого мира и темного. Но, заметьте, у нас всегда на Руси, в народе, между людьми одного вида, то есть белыми, в первую очередь было что? Взаимопонимание.
То есть даже любой прохожий мог остановиться на ночь, и его могли принять как родного. Ну даже выражение было. Гость в дом, Бог в дом. Когда, будем говорить, происходит не первый случай, а второй. То есть, когда дети рождаются без любви, либо в искаженной матрице, а искаженная матрица, то есть, когда дети зачаты, ну, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то есть, матрица получается нарушенная, искаженная. То есть как бы у ней нету внешней защиты. Поэтому душа туда может вселиться любая. И нежити, и нелюдя, и беса, и кого угодно. Но заметьте, внешне, это не обязательно, что он будет там, варвар, деспот, злой и прочее. То есть внешне он как бы будет похож на других, но с таким человеком невозможно общаться. Такого человека трудно понять. И он не злой по отношению к другим. Просто взгляды на понятие совести, морали, правильного и неправильного у него совершенно другие. То есть они относятся к чему? К категории того мира, откуда пришла душа. Я уже не говорю о случаях, описанных в древности, когда в тело ребенка, то есть это проводили черные жрецы, черные маги, когда в тело ребенка вселялась сущность темного мира, так называемые князья тьмы и прочее, то есть для воплощения в яви. То есть они живут своим миром, то есть они также тянутся к себе подобным, и у них получается свое же сообщество. Допустим, они не могут объяснить, почему их, людей вроде бы как в нормальных семьях, да, воспитанных, как сейчас говорят, благополучных. А дети, когда в доме достаток, идут воровать, хотя дома всего полно, и общаются с такими же людьми, подобными себе. Никто не может понять. А потому что души их пришли в других уровнях. Или, например, вы первый раз встретились с человеком. Ну, допустим, какая-то деловая встреча, или там именина, день рождения. Буквально 2 минуты с ним перемолвились. Потом пригласили всех за стол трапезничать, да? Но у вас на душе ощущение, что этого человека, с которым буквально несколько слов поговорили, там 2-3 минутки, что вы его знаете уже давным-давно. Что человек давно вам известен, что близкая родственная душа, и вы не можете себе даже объяснить, почему вы ему доверяете. А объясняется тем, что с одной общности души, с одной общности как бы делают, пришли выполнять определенную суть, определенное дело на этой земле. И очень часто люди сталкиваются с тем, что вроде бы как бы по роду, да, близкие люди, имею в виду родственники, не окажут помощь в определенной ситуации, а вроде бы совершенно посторонние люди приходят и помогают
каком-то конкретном случае. И когда я, будем говорить, те же родственники спрашивают, а почему он помогли? Он не понимает данного вопроса. Он говорит, а почему он не думал помочь, если у человека проблема? То есть он тоже не может объяснить, почему он помог. А объяснение о душе с одной общности, с одного плана, с одной структуры. Также и мужчина и женщина. Им как бы предназначено встретиться на земле. Но заметьте, общинных душ в одной общности, их много. И человек как бы ищет свою общность, чтобы, допустим, создать семью. Раньше, когда, будем говорить, даже поселения, города славян, находились на далеких расстояниях, людям приходилось ездить по городам и весям, чтобы найти душу данной общности. И заметьте, находили, и потом уже два рода, имея одну общность, но в разных регионах воплотившиеся, договаривались, и потом была что? Свадьба. То есть люди данной общности, между ними, когда они воплощаются на земле, и происходит такое явление, которое принято называть любовь с первого взгляда. То есть для них на первом месте стоит что? Общность жизни, общность выполнения жизненной задачи, общность интересов, общность взаимопомощи, взаимоподдержки. И они абсолютно как бы не могут понять, а как можно жить иначе, когда многие удивляют. То есть интимная жизнь, она не у них не на высоте, то есть не как выделена в отдельный цикл. Это как песчинка на пляже в общей системе, то есть она не оторвана. Она принадлежит к целостной системе. То есть не вырванная из системы. Вот это жизнь, а вот здесь в сторонке секс. Нет, это все взаимосвязано. Поэтому, любое созидание, то есть, или как говорят, любой труд должен приносить что? Он должен приносить радость, а потом уже плоды. Понимаешь? Труд всегда вдохновлял. То есть, вот ты представь, ты дома сделал стол, там, табуретку, да? Тебя похвалили, радости нет на душе? Есть. То есть ты вложил душу и испытал радостные чувства. И как продукт у тебя есть стол. Когда люди, будем говорить, испытывают физическую близость, они тоже испытывают чувство радости. То есть если бы еще и интимная жизнь не приносила радости, то человечество бы вымерло. То есть никто бы не размножался. Но, опять же, испытывают не все, а те, кто готов выполнить решение данной высшей общности. То есть для нас высшая общность – это раз. То есть не какой-то отдельный род, а там множество родов, но они все в общности великой расы. А общность великой расы входит в общность древней расы. То есть понятно, да? То есть вот это многомерно. Поэтому, когда родители каждому сотворенному ребенку относятся как
как воплотившейся душе или своей общности, а они рады каждому ребенку. Поэтому и они испытывают наибольшее чувство, то есть наибольший как бы уровень радости, счастья, эмоций и прочее. То есть и от рождения, и от общения с ребенком. То есть не так, как у серых. Важен не результат, важен сам процесс. А здесь важен и результат. Потому что этот результат будет давать возможность продлиться данному роду, чтобы новые души из твоего небесного рода могли тоже воплотиться и подняться на еще более высокий уровень развития. То есть здесь пока не понятно, да? Давай сразу же вопрос. Ну, это несколько странно покажется. Вот, когда мы читаем Веды, то пишем, что Перун сын Свары. Так, сын Перун. То есть неясно, что он с одного древнего рода, да? Да. С одной древницы. Но они как появились как дети, когда они там еще в черепном пространстве, когда они были в пространстве. Нет, более высоко. Да. То есть сейчас, короче, я объясню потом. То есть ты можешь представить себе систему, когда понятие, вспомни, Веда Пурана, не было миров и пространств нами людьми воспринимаемых. То есть вот есть точка перехода, где проявился рамк. От него пошел свет Англии. Где наиболее интенсивный уровень? В самом начале. Здесь он интенсивен и на каком-то определенном уровне. Нет, подожди. Домин. Он начал ослабевать, потому что прошел определенные структуры. Кто мы его становится еще меньше, еще. Но здесь земли, уровни, где возникает жизнь. И где-то вот здесь вот появляется жизненная нить. А допустим, Свара здесь появился, вот где рождались вселенные, не зря же он творит вселенную, так? Перун как бы на этом уровне, Дарк, дождь Бог, и Тара на этом. То есть они воплощались как бы уже в других уровнях, здесь выше. И вот, пока доходят, они многомерные, то есть более сложны по восприятию, то есть пока мы не достигнем того уровня. Но есть понятие, как мы это воспринимаем, более плотный мир, есть более тонкий. Тонкий он для нас, потому что мы его не воспринимаем плотно. А там он воспринимается вот точно так же, будем говорить. Только более развит, но не четырехмерный, а многомерный. Другая восприимчивость. Да, другая форма восприимчивости. Ведь не зря же предки говорили, душа есть у камня и древа. То есть примерно такая же система для душ и камня и древа. То есть только там другие временные понятия. И вот здесь где-то древний Ингард, великая раса. И там начинают многоуровневые, многоплановые, оттуда уже души воплощаться. То есть, объяснил? Маленько. То есть получается, что мы изначально тоже разные. Потому что нам для того, чтобы с того, что они зависят, путь длинных, очень много есть. Да, почему? А потому что те, кто подготавливал наши души к воплощению, они уже с
свет же уходит туда дальше. Из тех уровней получают что? Тоже информацию. То есть, а раз получают информацию, они тоже развивают. Но все стремятся куда? Вот сюда. К точке воплощения рамки. Чтобы освоить новую действительность и выйти с новой информацией, с новым знанием в старую действительность. Чтобы там тоже шел процесс развития. Не угасание, а именно развитие. Ведь заметьте, мы уже разбирали, каждый человек создает свой собственный мир, свою собственную вселенную. И эти вселенные множится, поэтому физики говорят, что якобы наша вселенная, то есть наша, мы создаем вселенную пока меры, наша вселенная расширяется. Почему расширяется, объяснить не могут. А за счет того, что мы создаем мыслеобразы, мыслеформы новых миров, новых звездных систем, где и наши образы воплощаются. Поэтому и идет развитие. А законы, как раз вот Рита, они указывают, что все имеет возможность развиваться. Да. То есть, вот, допустим, плановость, структурная плановость душ, да, вот я когда рассказывал, что вот, про у Юры я был, да, и вот бывает, что с людьми общаешься, да, они вот общаются и говорят в конце, значит, разговора, что вроде приятно было общаться с вами, туда-сюда, как хорошо, вот так и так. Бывает, я с кем-то общаюсь, тоже интересно. Это вот происходит нечто вроде как более высший план действует для развития низшего плана. Не обязательно высшее и низшее. Ну, я имею в виду больше. Ты мог даже общаться, вот представь, вот одна общность душ, да? А рядом с ней находится другая. И какие-то уровни, они схожи, различны, но схожи. Поэтому даже общаясь с ними, то есть, как бы находясь на одном уровне, душевном или эмоциональном, вам приятно общаться на какую-то тему. Хотя вы абсолютно можете быть два различных человека. У каждого свой путь, свое устремление, но какие-то точки соприкосновения есть. То есть, вот между этими нет точек соприкосновения. Эти с трудом понимают вот этих, а эти вообще не понимают этих. Поэтому то, что заложено, заложено. Ну, есть выражение, то, что написано пером, не вырубишь топором. Иногда говорит, то, что записано перуном. То есть, как бы, в книгу жизни рода записали тебе вот такая вот развитие. И ты идешь по этому пути, не задумываясь, не выискивая, а что там мне род предназначил? А давайте я не буду это выполнять, или не буду то-то делать. Ну, жизнь приводит к тому, что рано или поздно это все равно делать надо. И тогда уже человек не размышляет над тем, делать или не делать, он просто берет и делает. И то, как только он сделал данное дело, у него, как говорят, груз с души упал. Да. Часто приходится слышать такое понятие, как предназначенность, как судьба написана в книге, как путь путника должен исходить. Мы уже говорили о том, что христианство от славянского подхода отличается именно тем, что там грех, а все остальное стадо. И, в принципе, это, ну, не нужно, чтобы это стадо было думающим, мыслящим и ищущим. Конечно. А славянин, он ищет свой путь. Так вот, он вроде бы и свободен, как. То есть он волен, сам определяет. Не свободен, но он, я говорю, но он в то же время свободен именно тогда, когда этот путь как бы выполняет ему предначертан индивид. Как получается, когда где свобода?
Так, а свободы нет. Свобода. Это система, будем говорить, уклониться от выполнения того, что предназначено. Ну, есть такое выражение. О, я свободный человек, что хочу, то и ворочу. То есть, вот, даже просто возьму, ну, как бы абстрактно, вот путь развития человека в мир. Многие говорят, а где же у меня свобода выбора? Он может не идти вверх. Он может пойти вниз по другому пути и погибнуть. Приходиться как душа. Да. То есть... Сначала как дух святой, потом как душа. Здесь, будем говорить, чем ниже он опускается, тем больше его отягощают нижние уровни, то есть нижние энергии. И он сам себя, то есть, ну как бы он говорит, человек шел по берегу, потом в голову. А что я пойду по берегу? Я пойду напрямую. И пошел в трясину, и чем больше он барахтается в трясине, тем больше его эта трясина засасывает. То есть можно, как говорится, по колено быть в трясине, да, одуматься и выбраться из нее. А можно идти еще дальше, дальше, пока туда самого омут не угодишь. Поэтому здесь, вы заметите, свобода, да? Ну, есть такое понятие. Свобода — это как бы сопротивляться Божьей воле. То есть стать богоборцем. Тот, кто борется с Богом. А у нас боги наши, хоть предки наши. То есть свободный человек — это свободный от понятия совести, долга, чести, законов рода, устоев, традиций, культуры. Ну или есть другое слово обозначение — космополит. Понятие свободное. Потому что наши предки говорили, мы не родимся, мы свободные люди. Нет, они говорили вольные люди. Вольные. Потому что свобода — это может быть только от кого-то или от чего-то. То есть свободу может получить только раб. Но одно дело, когда раб внешний, а другое дело, когда раб внутренний. То есть одно дело, когда цепи снаружи, а другое, когда человек внутри себя нацепил. То есть такая психология раба. А наши не культивировали данную психологию. Ее просто-напросто не было. Поэтому они и были вольные, воля определяла, воля человека, как он быстро выполнит свое предназначение и сколько он познает. То есть воля определяла для дальнейшего, допустим, жизни, мне надо изучить данную специальность совершенно. А для дальнейшего — другую профессию, третью. Но при этом надо еще знать родовую. Но многие говорят, ну как же, вот же свобода выбора. То он пошел техникум, то в училище, то в институт, то два, то три высших образования, да хоть 10. Лишь бы они все помогали ему воплотиться в жизнь и выполнить то, что дано ему от рождения. То есть здесь как бы... Ну, словка понятна, да? Словка понятна. То есть, но, заметьте, то, что сейчас происходит, оно всячески противится так называемой воле Божьей, противится законам рейса. Чтобы молодежь не знала о законах рейса, для них и дают всевозможную пропаганду, типа, ну, в школах безопасный секс и прочее. Для чего? То есть все переводят на уровень
чувствительности. А вот, получаю удовольствие, но ты можешь подхватить заразу, поэтому пользуйтесь презервативами, противозачаточными таблетками и прочим. А для чего? А потому что им надо, чтобы вот этих больше воплотилось. Нет. Душ, как говорят, божественного уровня, а темных душ, не созревших, то есть нелюдей. То есть, да, нелюдь воплотилась, но она же не виновата, что она нелюдь. Ее душа просто задействовала подвернувшееся ей тело. То есть, а в теле, знаете, есть такое понятие. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, ну и так далее. Можно даже пронумеровать, чтобы понятнее было. То есть, это уровень. Как бы, уровень любви человека. То есть, если уровень любви находится вот на этом, на нулевом, и как бы и канал открыт какой, а нулевой, а в нулевой души какие? Вот этих нижних уровней. Если есть такое понятие, как не любовь, а влюбленность. То есть человек влюблен, у него уровни могут быть повыше. То есть, знаешь, сразу же здесь идет уровень повышения. А если человек любит, ну я просто беру девятиричность, любит, вот этот канал у него открыт, когда уже чистые светлые души воплощают. И заметьте, инквизиция же не зря говорила о том, что есть такое понятие, как женщина, ну, инкуб, суккуб, да, или мужчина, спит в нечисти, как плоды такой взаимосвязи и рождается демон. То есть, а откуда они появились? Опять же, порождение христианской морали, католицизма, вот этой двойной морали. Ханжество и пуританство, и в то же время вседозволено. То есть, изучая историю, допустим, Европы, мы знаем, что многие женские монастыри превращались в публичные дома для знати. Та же Франция, 17-18-19 век, народ, если правителям позволено вседозволенность, разврат, то почему же народу не позволено? К чему это приводило? К деградации общества. А деградация общества подразумевает снижение уровня концентрации любви. В результате рождаются дети, в которой воплощаются души темного мира, темных миров, темных уровней. И к чему приводят такие дети? К рождению так называемых пламенных революционеров. А у темных душ одна психология. Выживание. И не просто выживание на грани жизни и смерти, а выживание на грани достатка и смерть достатка. То есть ничего не делание, но чтобы все было. А чтобы все было, значит, надо быть на вершине у власти, чтобы те, кто трудится, тебя обеспечивали. Все твои прихоти, желания и прочее. Славяне такой системы не признавали. Они считали, что каждый должен добиваться в жизни всего своими руками, своим трудом.
Поэтому никто в древние времена извне не мог победить славян. То есть разрушение всего началось, когда под видом благости, чувственных удовольствий навязывалась иная форма мышления. То есть вроде как бы благая, да, на самом деле, как говорит сами христиане, благими намерениями выложена дорога в ад. То есть, но здесь не дорога в ад, а открывались врата в мир пекла, откуда души приходили и воплощались. То есть в древние времена единственным негативным явлением как бы считалось несоблюдение заповеди богов и предков. Но самым-самым-самым непростительным грехом считалось предательство. Заметьте. То есть на Западе пока, ну вот, воин, наемник, да, сдался в плен, его подержали в яме, а потом говорят, будешь, ты же все равно наемник, мы тебя будем платить больше, кормить больше, сражайся за нас. И он идет и сражается на стороне своего противника. Поэтому и говорили, предавший один раз, предаст и много раз. То есть предательство было самым тягчайшим грехом. Да? Прозвучало такое положение, уровень концентрации. Много его еще хватит, потому что это искусственно, но человек там все поддерживает данное состояние. Или это изначально спринцированное к рождению, и оно уже как бы не контролируется. Нет, нет, это все, поймите, чем человек и отличается от животного, что он может себя контролировать. Он может, будем говорить, помните, кто любовь излучает, тот ее умножает, а кто любовь расточает, тот ее потеряет. Ну, расточает, то есть разбрасывает по сторонам. Помните, да, такой закон? Так и здесь человек может держать узким канал, а может вот эту силу любви в себе концентрировать, наполнять себя, чтобы передавать ее окружающим людям, супруге, детям, соседям, близким. То есть понятно, да? Ведь в понятии любви же не только интимная близость. Понятие любви входило очень много всевозможных определений. И все эти определения, они относились, как бы сказать, к сути. Есть любовь к отцу. Так? Но как взаимосвязь, любовь к отцу, чем отображалась? Вот любовь к отцу. А здесь отеческая любовь. Здесь любовь к матери. А здесь материнская любовь. Не матерная, а материнская. И
форма умножения любви? Конечно. И концентрирование ее. То есть воплощение из одного состояния. Любовь к детям. Детская любовь. То есть, видите, как понятие. Любовь к земле, земная любовь. То есть у нас как бы из тех энергетических центров, которые в человеке присутствуют, ну, то есть назвали чакры, да, получается, что сердце является как бы одной из различий, потому что именно оно как бы концентрирует себя в этом. Нет. Вот у нас чакра любви. Она влияет. Ладно, есть любовь. Она влияет на сердце. Потому что здесь у нас леля, она энергия интуиции. То есть предчувствие, чувствование. А вот здесь посредине сердца они как бы интуиция и любовь соединяются и влияют на сердце. Поэтому многие говорят, о, чувствую, скоро я найду своего спутника жизни, да? Или гадали, а оправдается ли предчувствие. Ну, скоро опять начнутся зимние все эти гадания, и опять по улицам будут ходить, спрашивать первого встречного имя. Девчонки молодые, а парни будут ходить, спрашивать девушек, как их зовут. То есть, а почему? А опять же, канал открывается, один и второй излучатель. Они же и влучают, и поглощают, и на уровне сердца они как бы соединяются. То есть влияние энергетическое есть и сразу же отображение. Некоторые говорят, что это срабатывает очень сильно. То есть бывает даже человек не видит. Но в автобусе там, в метро, в трамвае, он прикоснулся, стоял случайно, думал о своем, прикоснулся и как будто удар молнии, как электричеством пробило. И он смотрит, человек, которого никогда не видел. Ну, допустим, девушка. И она почувствовала то же самое, энергоразряд. То есть посмотрели и сразу же внутри что-то переменилось. Многие говорят, любовь с первого взгляда. Ну, любовь любовью, но при чем тут энергетический разряд? И у обоих сразу же сердцебиение увеличилось, приток крови, и он покраснел, и она покраснела, и слова сказать не могут. То есть объяснить, что-то такое непонятное произошло. То есть непонятное, Петрович, для них. Непонятное для них, потому что они же не знают законов ритма. Они же не знают законов воплощения души. Не знают пути развития. Потому что человек может быть идущим, а может быть бредущим. Александрович, такую тему еще можно затронуть, если коснуться вопросов любви. Да. Христиан там тоже учат. Христианство учит любви к Вышнему, то есть вот к определенному существу. То есть себя забудь, все забудь, вот только Бог. Иисус. Вот чему учит. Вообще. Возлюби ближнего. Ну есть, слава. Возлюби ближнего своего, но жениться надо на женщине. Там в другом понимании возлюби ближнего как самого себя. То есть там Иисус-то говорил не о физической любви. Он говорил, что каждый должен относиться к другому, возлюбить ближнего как самого себя. Но при этом дальше куча заповедей, уничижение себя, умерщвление себя. А когда человек себя унижает, умерщвляет, да что же он себя любить-то будет?
За то, что он сам добровольно сделал себя рабом? Значит, ему говорят, а ты забудь об этом, вот только Бога люби, и положись на волю Божью. А Бог там сразу же скажет. То есть, исходя из ваших слов, получается, что любовь есть чувство, только чувство, но оно вообще сопряжено с мыслями отражением ситуации. То есть, да, человека нужно любить, понимать, что он совершает ошибку. Понимать, что у него путь такой, что он по нему пока поступать не может. Относиться к нему с любовью. Нет, я же говорю, человека любят не за то, что он идет, а за то, что он есть такой, какой он есть. Поэтому иногда бывает, что вот они, две системы, да? Но схожие понятия уровней любви. Но вообще они как бы совершенно по другим делам здесь воплотились на Земле. И получается такое понятие, как безответная любовь. Один человек любит другого, а тот не обращает внимания. А почему? А потому что у него другая цель. Другой, мы будем говорить, уровень развития воплощения. То есть может любить-то тот, кто на гораздо более высоком уровне. А тот еще находится на этом уровне. Да, он выше земного, но он не понимает еще этой бескорыстной любви, безответной. В данном случае я говорю лишь не о любви к женщине. А почему? Я же и не говорил сейчас про женщин. А как же это человек, который любит свой народ? Допустим, свою родину, свое отечество, свои березы, болота, тайгу. Он же их любит. Но он как бы не чувствует ответной любви. И поэтому даже уезжая за рубеж, вот это, допустим, но работать по контракту, у него наступает ностальгия. То есть тяга к родным местам, к родным болотам и прочее. И когда он приезжает, для него как бы мир вновь в ярких красках. Он любит это? Я сейчас не говорил про женщин. То есть я говорил об общем понятии. Почему? Я сейчас подожди, закончу. То же самое любовь к высшим. Сколько людей, которые бредят звездами. Они становятся фантастами, астрономами, космонавтами. Их тянут небеса. Они не могут понять. Вот они любят небеса. Их тянет, небеса некоторые говорят, тянет в небо. Тяжелетчики, да, летают. Они любят это, они живут этим. Но когда я спрашиваю, а почему? Какая причина? Никто не может объяснить. Но есть те, которые летают, говорят, ну вот у меня отец летал, дед летал. Прадед тоже на этажерках пробовал подниматься, ну, к примеру, династический. И уже потом сын, там, внук, правнук тоже пошел в авиацию. А почему? Потому что это как бы уже родовая традиция. И он может налетать там 1000 часов, но у него уже не будет такой тяги к полету, как было, допустим, у его предков, которые жили. Или те, кто живут у моря. Переезжают куда-то, они не могут найти себе места, и они, уехав то из родного места, они начинают осознавать, как они любили море, как этого моря им не хватает. И не важно. Раньше они проходили мимо, ну, по берегу, даже не обращали внимания, а уехав, допустим, в пустыне, в тайгу, в горы. Они понимают, что им не хватает моря. Что даже ходя мимо и как бы не замечая, они все равно полюбили. Потому что это их родной край. То есть, объясню?
Александрович, можно вопрос? Да. Вот, допустим, человек родился с душой 8 уровня, возьмем конкретно, вот так. Да. Он может потом со временем подняться или душу благородить до 16? Конечно. Нет, не то, что вот так перевоплощается, а вот именно вот на данном этапе жизни, на земной жизни. Может. Допустим, вот душа может... с 8 уровня, допустим, пришла, да. Воплотилась, но живет, воплощается, но у него, допустим, люди, которые его окружают, дали такие подсказки, которые здесь он еще не получал. И он уже не на 8 уровень, а, допустим, на 16 или сюда. То есть он может развиться, то есть он здесь в яве себя душевно и духовно развивает. Он созидает так, что он поднимается даже над тем уровнем. А тем самым помогает всем, кто был на этом уровне. Он же все равно, поднимаясь вверх, проходит 8 уровень. Но он пошел уже дальше. Он достиг 16. Но всю информацию, которую он оставляет им. То есть как бы для них, вот наша общность была на 8 уровне. А благодаря любви, силе, созиданию данной структуры, они поднялись на 16 уровень. То есть, понятно, да? Еще вопрос. Да. Одно из предсказаний Ванги заключалось в том, что в будущем мир спасет именно Россию. Даже вернее, русские женщины. То есть они родят очень много маленьких детей, которые перестроили. То есть это мы относимся к тому периоду, когда действительно воплощение души более высокого порядка с выходом за... Вот именно, когда наша, будем говорить, система Ириллы Солнца в руках покинет зону мрака, то есть мира тьмы, то есть выйдет за рубеж. И тогда уже доступ для более высших. То есть те, которые длительное время ожидали, вот пока была ночь Сварога, своего воплощения, то есть, потому что вы заметите, по идее, может ли душа, допустим, из мира 65536 измерений, сейчас взять и воплотиться на Мидгарде? Может, по идее, если будет желание, но не должна. Ну, а зачем не воплощаться? Чтобы не быть на этом уровне, а подняться вот на этот уровень следующий. То есть, ну опять же, пройти. И плюс помочь тем, кто на Мидгарде, стать лучше, еще выше. Поэтому эти пока не воплощаются, для них ограничен путь. Они не могут рубежом между светом и тьмой ограничен путь. И они не могут воплотиться, дабы то, что знают они, не стало известно тем, кто во мраке. Ибо любое знание они превращают в уничтожение жизни. Да? А вот, например, с уровня 256 душа может воплотиться вот где вот 16 примерно в том мире, допустим. А, то есть бы она была на более высоком, а на более низком. Да. Может. То есть, не, но опять же, она по желанию, то есть, либо вот она достигла даже, отсюда пришла, у ней матрица заполнена, чтобы сюда прийти. А она раз начала развиваться, достигла только этого уровня. Ну, допустим, человек говорил правду, а кому глаза, да? А кому-то не угодно, его убили. С этого уровня она раз опять воплотилась, дальше набрала уровень, поднялась сюда. Потом опять еще раз воплотилась, поднялась сюда. Я же сказал, то есть система реинкарнации тоже действует. То есть понятно, да? Сейчас мы небольшой перерыв, потом продолжим. Продолжим.
То есть воплощение каждой души зависит не только от того, с какого уровня воплощается душа на Земле, но зависит также от того, как, где и когда, с каким уровнем любви было зачато то или иное биологическое тело. То есть, я имею в виду, согласно генофонду и прочее, ДНК и так далее. То есть многие спрашивают, а как же тогда, допустим, появляются, что рождаются больные дети? Ну, допустим, с той же болезнью Дауна и прочее. Опять же, все зависит от чего? Какая наследственная система? То есть, если род чист, будем говорить, без инородных примесей, значит, родовая система нормальная, генная нормальная, ДНК, РНК, все это в целостности. И душа нормальная. Но если, к примеру, там где-то был случай, что жила семья, супруг погиб, защищая, допустим, родное селение, а его супругу, допустим, ворог изнасиловал. И проходит некоторое время, и она рождает ребенка. Но она не знает, чей это ребенок. Либо того, кто изнасиловал, либо супруга, который погиб в этот же день, то есть вообще родной село. Особенно если, допустим, ребенок родился, ну, как сейчас любят выражаться, недоношенный семимесячный. То есть, по идее, получается, что, допустим, после разорения села прошло 7 месяцев. А она нормально жила с мужем, то есть и могла для себя и для окружающих, раз он родился 7 месяцев, то есть ворог к этому никакого отношения не имеет. Потому что, ну как, все женщины 9 месяцев ходят, ну я современным языком объясняю. То есть, по идее, все было нормально. Но вырастает ребенок, и в нем что-то не то. То есть, и похож на погибшего супруга. Но какие-то деяния, поступки чужие. Но со временем все привыкают и не обращают внимания. У него рождается еще сын, еще. И проходит 2, 3, 4 поколения. И потом в четвертом поколении рождается ребенок с болезнью Дауна. По идее, вроде бы как бы все нормально было, да? А ребенок родился больной или слепой, или глухой, или еще какое-то. А все дело в том, что вот этот вот спектр, может, даже здесь и не проявилось. А вот этот определенный спектр, который был, и, допустим, супругу ему выбрали, видите, какие-то не совпадают. Я образно говорю, ячейки. И получается как бы наследственный провал. Вот этот провал наследственности и приводил к тому, что рождались дети с
слепые, глухие или с различными там болезнями, которые потом уже передавались из поколения в поколение. Ну, допустим, в определенные дни полнолуния, не во все, вот бывало так, что, допустим, несколько раз в жизни, ну, как старые люди говорили, человек страдал подучей. Ну, говорят, были припадки. То есть более ведающие люди говорят, что эти припадки всегда наступали на соединение трех лун. То есть, вроде бы, в одно полнолуние нету, а бывает еще несколько полнолуний, когда у него есть. То есть, ну они же знают о том, что не одна луна, а было три, и их энергетические основы остались. И вот когда все три соединялись или были близко, это усиливалось, и у человека была подучая. И эта подучая передавалась из поколения в поколение. То есть, продолжаем. Если человек был старой верой, его уводили к лекарям, к целителям, к волхвам, травникам, где они, используя свои методики, пытались восстановить вот эту генную структуру. Потому что любая часть, она все равно хранит информацию о том, что находилось рядом с ним. Ну, допустим, вот этот участок целый, неповрежденный. Но в нем информация не только о том, что заложено здесь, а как бы в этой части заложена информация о том, что хранилось в половине вот этой, а в этой части то, что в половине этой. То есть как бы информационное. Здесь то же самое. Вот здесь. Тоже целостное. Вот здесь. То же самое. Половина вот эта сохраняла информацию о том, что хранилось в этой части. А эта половина о том, что рядом. И получалось, что, используя методики, вот эти информацию о двух половинках, они вот эту брешь, они ее заполняли и как бы восстанавливали разорванные генетические структуры. И уже в следующем поколении, то есть если там поколение через поколение были подучие, то в зависимости от того, в каком поколении вот эта информация, скажем, поколение может теряться, то есть если сразу, как говорится, обратили внимание, восстанавливали, и дальше уже в роду нормальные люди, никто подучий не страдал. Ясно, да? То же самое делали, когда разрушались вот эти генетические родовые основы, когда происходила порча с глаз. А порча с глаз, мы это разбирали на первом курсе, это то же самое, идет разрушение на этих же уровнях. То есть понятно, да? И избавление, то есть не просто взяли и убрали информацию вот здесь о порче в глазе, наговоре, ворожбе, но чтобы не пустовало, ее надо закрыть, заполнить изначально, то есть убрать причину и восстановить. Поэтому мы уже разбирали свадебные обряды. То есть, когда приезжали
на смотрины. Там не только смотрели, а всячески любыми вопросами старались вызнать. Ну, допустим, у родственников будущей невесты, а болели ли какими-либо болезнями в прошлом не только она, ее родители, но и предки, насколько их помнят. Чтобы не было так, что у него половинки нет, у нее половинки, а вместе наложение генетики получается разорванная цепь. Две половинки пустоты у ребенка дали полную пустоту. Поэтому наши предки очень внимательно ко всему этому относились. И всегда считали так. Только тогда это все в комплексе мощно действует и помогает развиваться, когда человек, зная чистоту своей системы, воспроизводит как можно больше чистых сосудов. Знаете, есть такое выражение? Ребенок как сосуд. Что туда бросишь, то и будет греметь. А что туда бросали в первую очередь? Закон элита и родовой устой. Поэтому старались таких детей чистых, светлых, как можно больше воспроизвести. Даже есть такое выражение. Многие говорят, ну вот как вот, поженились, да? Двое детей, а женщина говорит, никогда оргазм не испытывает. То есть высшего эмоционального всплеска. Медики есть такие, заявляют. Оргазм – это премия природе женщине за то, что она размножается. Но медики говорят как? Должна одного родить за себя, одного за мужа, одного для продолжения рода человечества. А если она родила одного или двух, размножается она или нет? Если нет, за что тогда измените премию? Но это все утрированные формы. То есть женщина испытывает оргазм не от того, сколько она детей родила. Она испытывает его, когда пики эмоциональной любви, вот ее состояние, и когда идет мужская энергия, и она увеличивает то, что она чувствует. Вот тогда женщина и испытывает оргазм. То есть от получения дополнительного извне мощного энергетического посыла. То есть всегда влияет внешний фактор. То есть, но многие знают, что влияет внешний фактор на увеличение эмоциональной структуры, то есть ощущений. В современном мире сходят до примитивизма. Примитивное отношение к данному. То есть, как получить? Раз внешний, значит, это может быть не только мужчина, но и любой какой-то стимулятор чувствительной энергетической зоны. Что происходит при использовании всевозможных суррогатов стимуляторов? Да, одно время центры активизируются, но постепенное вот это механическое воздействие приводит к тому, что нервные рецепторы отключаются, потому что идет механическое воздействие. И женщина вообще перестает или мужчина что-либо чувствовать.
То есть есть такое выражение, чувства угасают. Они не просто угасают, а вся вот эта вот цепочка нервная, она разрушается. То есть заметьте, энергия идет, все есть энергия. И каждый раз по одной. И потом не восстанавливается. А почему? А потому что нету жизненной подпитки. Жизненную подпитку мужчине дает кто? Природа дает женщине и дают дети. То есть чем? Дети своим общением с отцом, они как бы помогают ему восполнить, открывают в нем отцовские чувства, а на отцовские чувства еще и дополнительная энергетика. Женщина своим вниманием, своей любовью тоже дает возможность, не она дает мужчине энергетику, она открывает в нем центры, при помощи которых мужчина из природы получает добавочную энергетику. А женщина получает в основном от своего супруга, то есть от своего мужчины. Поэтому чтобы женщина достаточно получала энергетики для своей жизни и молодела, ей всегда необходим кто? Молодильные яблоки. Нет, не молодильные яблоки. Женщине нужно внимание супруга. Внимание супруга. Потому что его излучение обновляют организм женщины. То есть его чувственные внутренние. Это не моя придумка. Это знали в древности и не только наши предки. Это знали и другие народы. Желтые, черные, красные, бронзовые и так далее. То есть, ну, допустим, греческие эти аристократки, так же, как и египетские царицы, они делали что? Смотри. Бассейн, наполненный водой, они заставляли молодых, сильных, крепких рабов спать по периметру бассейна. То есть во время сна их излучение силы, мощи передавались в воду. Утром они уходили, и она купалась в этой воде и поглощала вот эту энергетику. То есть что египетская принцесса, без разницы, что греческая, что римская. Как же говорят наши женщины, когда нет такого бассейна? Короче, я сказал только один. Допустим, мужчина уходил на службу, да? На работу. Или еще куда-то. Супруга оставалась дома. И, допустим, он уехал в командировку, его нет, а ночью, она ни с того ни с сего, у ней проявилось чувство страха. То есть она не может определить, почему это страшно. Может там за стенкой ругань, то есть
на нее это повлияло. Что делает женщина? Она берет одежду своего мужа. Либо его халат, либо его пальто, либо шубу. И укрывается, и чувство страха, исчезает. Врез смеешься. Почему? Потому что она чувствует вокруг себя энергетику мужа. А она, энергетика мужа, создает вокруг нее защитное поле. То же самое делают дети. Когда они остаются одни дома, а мама с папой ушли, допустим, в театр. А им вечером дома страшновато. Что они? Они укутываются в родительскую одежду. То есть в основном в одежду отца. И все. И внутри у них наступает покой. А почему? Потому что они почувствовали. Вот такое ощущение, что папа рядом. Девочка, помимо всего, допустим, не только чувство страха, в ней есть такое понятие, как чувство познавания окружающего мира. И что она? Она хочет всегда быть старше, но она знает, что быть старше надо познавать, надо развиваться. И она начинает развиваться с познания родительской энергетики. То есть дома никого нет, она одевает мамину юбку, мамину кофту, мамины туфли, шляпку и начинает перезеркаться. То есть воображать, что она вот такая, как мама. Но при этом она не себя воображает, что вот она достигла уровня мамы, а чувствует себя в маминой энергетике, как мама смотрится в зеркало. То есть она как бы повторяет и одновременно энергетически, информационно в себе это закрепляет. Потом родители приходят, что это одежда везде? Сундуков, шуфенеров поразбросано. А дети ее просто примеряют. То есть, конечно, на 32 размер ребенка, 37 размер или 40 мамы, то есть непонятно, особенно когда дети маленькие еще, в школу не ходят, но они оденут эти сапоги на каблуке, либо туфли, им надо. Почему на каблуке? А повыше. На каблуке. То есть, видите, здесь тоже энергетическая взаимосвязь. И заметьте, чем сильнее желание было зачать ребенка, тем сильнее отдача энергетическая от детей родителей. То есть иногда, правда, ну, многие говорят, доходит до абсурда. То есть, допустим, жили пара, но не было детей. Да? 5, 10, 15 лет прожили, и родился у них мальчик. То есть они так сильно его желали, но говорят, ну вот, наконец-то Бог знал. Ну, как правило, еще и называли его неждан. То есть не ждали, не гадали, что уже появится, а он родился. Так потом у родителей проблема, будем говорить, женить своего сына, чтобы он создал семью. В чем она выражалась? То есть такой эмоциональный, будем говорить, эмоциональный всплеск был, желание, когда его начинали, что вот они его хотят. Он с высшего уровня погрузился и воплотился, и его цель, раз родители его так сильно желали, до конца их дней быть рядом с ними, чтобы они не чувствовали себя одинокими. То есть ему говорят, да женись. Да ладно, вы чего, мама, папа, я вот тут с вами, вам помогу. Я всегда успею жениться. То есть и такие, как правило, живут одни и создают семью уже только после смерти родителей. То есть даже если его женили, ну вот как раньше.
родители сговорились, все. Потому что родителям же надо в первую очередь не только детей увидеть. Каждая молодая пара на подсознательном уровне, она мечтает увидеть кого? Своих внуков и правнуков. А если еще брать расчеты с того, что предки жили по 120, по 140 лет, то есть это все нормально было, то есть и праправнуков, и прапраправнуков. То есть несколько поколений, которые развиваются. Ну, опять же, возвращаюсь. Путь развития дается каждому индивидуально. И он в своей жизни должен сделать, каждый человек, определенное дело и достичь определенной цели. Это все как бы предопределено. Так называемая свобода выбора состоит в том, либо человек выполняет ее, достигает цели, либо не выполняет, то есть не достигает. И от этого уже зависит его собственное развитие. Но человек же существо общинное, или как сейчас любят говорить, коллективное. Если, допустим, мы возьмем мир животных, да, ну, допустим, пантеры, львы, ну, семейство кошачье, рождаются, и котята могут жить и, ну, львята, там, и ягуары, они могут жить семьей, а могут жить самостоятельно, да? Чтобы потом, ну, вот, леры, послушай. Нет, я говорю, сначала они живут семьей, а потом они могут разойтись и пожить и в одиночку и создать. Но, как я сказал, человек существо общинное, то есть коллективное. И когда человек, воспитанный в семье, то есть в обществе, уходит и поселяется один, если он духовно не развит, он начинает что? Деградировать. И неважно, пускай он будет трижды академик, попав в такие условия, нервы у многих не выдержат. Ну, допустим, вот эти вот все передачи «Последние герои», да, которые идут по телевизору, они лишний раз доказывают, что те, кто жил в так называемых парниковых условиях, ну, квартира, там, родители, там, дачи, машины и прочее, попадая на необитаемые острова, вот, они вообще не приспособлены к иной форме жизни. А теперь давайте представим, что это не телевизионный сюжет. Допустим, они поехали или полетели, как сейчас говорят, отдыхать на Канары, что они себе позволяют. Да? И представьте, самолет падает, и они спасаются. Нету никаких телевизионных камер, неоткуда ждать, потому что острова заброшены, помощи извне. И, допустим, эти две группы спасаются, ну, человек там 20. Как вы думаете, не 10, не 20, не 40, через полгода, в живых может быть только 1-2 полусумасшедших. Почему? Вроде бы коллектив, да? То есть совместно могут там и жилище сделать, но все равно какие-то навыки, шалашики и прочее есть. Но среда воспитания, определенный энергетический ценз потребностей, определенные уровни понятий и морали не дадут им выжить в естественных условиях. То есть очень часто многие, будем говорить, те же геологи, зоологи наблюдали,
что животное, которое родилось в зоопарке, избегало, ну, допустим, в зоопарк переезжал, да, во время стоянки, ну, убежал волк или медвежонок, он либо погибал, потому что он рожден был в той среде, либо погибал, либо через некоторое время находил зоопарк и худой тощий приходил туда. Он уже не мог жить в естественных условиях. И заметьте, те же эксперименты брали волчат. Одних держали, там мыли шампунями и прочим, кормили, прививки всевозможные. Но их, допустим, продолжительность жизни 5 лет. Из этого же помета, которые жили, будем говорить, в логове, питались через раз, где падалью, где тухлятиной, никаких прививок, и они жили в 2-3 раза больше. А почему? А потому что они жили в естественных условиях. Это о чем говорит? Что каждое живое существо изначально при рождении, его организм настроен, чтобы жить в человеческой, но природной среде. Поэтому, когда было во времена Хрущева укрупнение деревень, помните, да, переезды в город, или водохранилища строили, деревни, многие бабушки готовы были умереть в своем доме, то есть быть затопленными, но не переезжать, как они говорили, в каменные гробницы. Склепы, которые закроют, и они оттуда уже света белого не увидят. Почему? А потому что земля, есть такое понятие, родные стены, которые пропитаны энергией, особенно если дом старый. Вы заметьте, срубили 200-300 лет назад, вот, в глухих деревнях, дома. Рубленные хоромы стоят. И они целые, не перекошены. Почему? Люди живут, смотрят за ними. Но стоит людям уехать, как дома начинают чахнуть и постепенно разваливаться. Что не давало портиться дереву? Энергия человека, который сосуществовал гармонично с данным жильем. То есть, как бы все негативные энергии вылетали, уходили в землю, а оставалась одна положительная обстановка. То есть и взаимосвязь совершенно другая. То есть, наверное, сами замечали, когда находимся в помещении, где дерево, ну вот, деревянные стены, и дышится легче, и время такое ощущение течет по-другому. И на душе как бы становится легко. Но когда входишь в помещение, где каменные стены, через некоторое время гнетущее состояние. Что-то подавляет психику. И у человека одно желание – посидеть на спине. То есть прилечь, отдохнуть. А это тоже все взаимосвязано. Есть такое понятие, как камень забирает. Чтобы камень тебя согрел, надо сначала наполнить этот камень теплом. То есть, когда в камне тепла много, он отдает. Когда мало, он забирает. Поэтому, заметьте, камнями также лечили. Ну, допустим, холодным камнем человек упал, ушибся. Что? Холодный камень прикладывали. Лед-то он же растает. А если лето? А так холодный камень забрал. Либо, допустим, надо
тепла побольше. В бане что складывали? Камень. Либо нагревали галыш, заворачивали в тряпку и прогревали. Ну, допустим, поясницу человеку накладывали. То есть камень в этот момент отдавал тепло. Так, но если камень может принять энергетику и тепло и отдать, то почему же человек не может сделать то же самое? Он тоже может это сделать. Поэтому люди излучают и поглощают энергию. То есть выяснили, да? И очень часто вы заметите, происходит искусственное энергоизвержение. То есть люди просто не задумываются об этом причине, об этой причине. Ну, допустим, живут супруги душа в душу. Есть дети. Они друг другу со вниманием к детям. Но дети выросли, допустим, сыновья. Создали свои семьи и остались супруги, как и в начале своей жизни, вдвоем. Но проходит некоторое время, каждый занят работой, там, делами и прочим. То есть как бы друг к другу уже меньше. Внимание уделяют. К чему это может привести? То есть там со временем, как говорится, и у многих доходит до того, что один спит в спальне, где дети спали, второй в одиночке супружеской спальне. Но дальше больше. Женщине же нужна подпитка ее супруга. И вот постепенно начинается нагнетание нервозности. Женщина чувствует, ей не хватает энергии, чтобы дальше нормально существовать. Что она? Закатывает истерику мужу. Муж ей заявляет, что ты не права, эмоциональный энергетический выброс. Он же куда эту энергию сбрасывает? На нее. И она получает, оп, энергетику, и тут же все нормально. Говорит, а что это мы поздравили? Пойдем, я тебя вкусненьким накормлю. То есть, она что? Получив от мужа энергетику, она же знает, что он ей дает энергетику. А как ему восполнить? Через желудок. Надо его вкусно накормить, чтобы у него опять энергобаланс был в норме. То есть, но это один из путей, как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Есть такое выражение. То есть почему? Чтобы сердечное излучение шло, а чтобы желудок был всегда полон на 2/3. То есть не на полную. Если он будет на полную, желудок полный, тогда ему уже вообще ничего не надо, и заплыви все груздями. То есть всегда говорят, ты должен наесться до отвала, но чтобы встать из-за стола с легким чувством голода. Ну или как говорят, перенедоел. Съел сколько мог, но меньше, чем хотелось. То есть, и вот так энергия восполняется. Но наши предки знали и другой способ. Любящий взгляд. Любящее слово, любящий жест и капелька внимания энергии дают за один промежуток времени 100 раз больше, чем один суточный скандал. То есть представляете, да? Сила любви такова, что она может восполнить энергетику
гораздо сильнее всяких скандалов. Вы заметьте, когда ребенку дают энергию, и чтобы энергия, дети же носят, не улетала из него, родитель рукой как бы его еще наполняет и прикрывает ему родничок. То есть вот таким образом, по головке просто погладил, как бы, сквозь стол, и временно его перекрыл, чтобы энергия эта аккумулировалась в ребенке. Почему ребенок любит, когда его гладят по головке? А потому что, когда его гладят через волосы, через родничок, гладят-то правой рукой, а она же излучает. То есть ребенка наполнили энергетикой. Но те дети, которые, вспомните, я вам говорил, с более низких уровней, либо дети, которые не получали через родничок энергетику, у них со временем, есть такое выражение, родничок зарастает. И когда пытаются его извне раскрыть, это вызывает у них чувство отторжения. То есть как бы вмешательство в их энергетическую систему. И дети говорят так: не трогай меня за волосы, не надо меня гладить по голове. Не потому, что им это не нравится, а потому, что раньше, когда их гладили, им нравилось, ну, в детстве. А потом родничок, канальчик перекрылся, то есть любое воздействие вызывает у них болевые ощущения. И плюс к тому ощущение того, что вот погладят и посчитают, что это все. То есть ребенок всегда ждет продолжения внимания. Вы заметьте, сейчас постоянно говорят, что чуть не 80% российских детей это больные дети. Но половина из них искусственно больные дети. Я постараюсь объяснить, что такое искусственно больные дети. То есть дети, которые сами себе набивают болезнь. Либо они так начинают верить, что они болеют, что заболевают, либо они делают вид, что болеют. Почему? Потому что когда ребенок болеет, ему больше всего внимания, больше всего, как говорится, уход, вкусности, выполняются желания и прочее. То есть поэтому половина детей, они, можно сказать, виртуально больные. У некоторых детей это чувство болезни развивается еще больше и переходит, как уже, да, как сама программа, которая ребенок, он уже забыл, из-за чего это началось, она переходит в хроническую форму, то есть саморазвитие, и он уже не может контролировать. То есть, и заметьте, как правило, лечение неэффективно таких болезней. Потому что это самонаведенные болезни. То есть человеку, допустим, говорят, вот у тебя жена умерла от рака, ты заразился и у тебя рак. Человек начинает думать, ой, у меня рак, пошел к онкологам, проверился. Они говорят, да, затемнение, возможно, точно рак. Но раком невозможно заразиться. Это не передается. То есть это как наведенный. Поэтому, заметьте, многие болезни, те же кудесники, те же знахари, лечили каким образом? Когда приходит человек, говорит, вот, у меня хронический гастрит, и никакие медики помочь не могут. Ну, знахарь-то смотрит, никакого гастрита нет. Он говорит, фу, я знаю великое средство. У тебя не будет болеть.
И он ему дает обычную воду. Но при этом говорит, вот эта вода, она собрана с 9 священных родников. Над ней начитаны всевозможные гимны, заклинания и прочее. Вот будешь пить ее. Да, будешь пить ее 3 раза в день по полстаканчика. И через неделю у тебя не будет никакого гастрита. А вот сейчас ты выпьешь первый стакан мелкими глотками. И ты почувствуешь, что с каждым глотком твои боли в желудке уходят. А ты выпьешь, эта вода впитает, а потом сходишь в туалет, и вся твоя болезнь стекет в унитаз. И что вы думаете, человек выпивает и действительно чувствует, что у него перестает болеть живот. А это просто в детстве. Сходи в магазин за хлебом, ой, живот болит. В школу иди, а там контрольная, ой, живот болит. И вот это вот, ой, живот болит, привело к тому, что у ребенка наведенный гастрит. Допустим, другой пример. Женщину привозят в больницу с тяжелой формой сахарного диабета. Ну как, инсулин кончился, приступ, все привезли. Но, когда врач, когда, что, начинает общаться с ней, узнает, вот у меня подруга болела с сахарным диабетом, но как близкая подруга, я за ней ухаживала и, видать, заразилась. Все, и анализы все показывают, сахарный диабет. И доктор говорит, о, услышал, заразилась. Это мы тоже вылечим. Приносит ей простые поливитамины. И говорит, пузыречек, наклеивает какую-нибудь красивую маркировочку. И говорит, вот только разработаны новые лекарства, их еще нигде не дают. Вот здесь 15 таблеток. Не гони 15 тысяч. В течение 5 дней вы по 3 таблетки перед едой, утром, в обед и вечером, будете пить за 10 минут до еды. И у вас весь ваш сахарный диабет исчезнет. То есть я рассказывал реальный случай, который был в Канаде. То есть действительно через 5 дней делают анализы, у женщины никакого сахарного диабета нет. Она выписывает все. Но потом об этой истории почему стало известно. У женщины знакомая, которая узнала, что ее подруга с сахарным диабетом, ну там обычная болезнь. Что вот есть врач в такой-то клинике, и у него таблетки, 15 таблеток, 5 дней, и все, и никакого. Подает, обращается к нему, дайте рецепт. Он говорит, на эту женщину не подействует. И не дает. И они подают на него в суд, что он не помогает. То есть врач давал клятву Гиппократа, а тот женщина страдает, он ее вылечит. И вот там-то, в процессе, и оказалось, что он дал простой поливитамин, а не какие-то секретные разработанные таблетки. Нет, она не заболела. Но это дало лишний фактор того, что человек может исцелиться не от того, какую он таблетку выпил, или там настой, или заговоренную воду, что в 90% случаев человека лечит он сам. Вот такая система. А раз человека лечит он сам, значит есть сила,
которая способна исцелить его. А значит, есть сила, которая помогает также исцелить ему и другого человека. Поэтому очень часто в древности описаны были, и даже в наши времена, что медики, девушка молодая, красивая, тает на глазах. Медики, она не жрец, там называют какую-то болезнь, говорят, она неизлечима, но есть парень, который ее сильно любит, и он силой своей любви ее наполняет так, что эта болезнь исчезает. В 70-х годах об этом случае даже был снят фильм, как парнишка силой своей любви свою девушку излечил. То есть там у нее 4 креста стояло. Алексей Петрович, я даже название не помню. Помнишь такой фильм? То есть это говорит о чем? Что вселенская сила любви, она не только созидающая, но она еще и исцеляющая. Она помогает исцелять. Она помогает возродить человека, вернуть его к жизни. То есть, а раз она помогает исцелить человека, вернуть к жизни, значит, есть такое понятие, выражение. Я без него или без нее жить не буду. То есть, знаете, вот, умирает, допустим, бабушка, следом за ней уходит ее супруг дед. Или умер дед, следом за ней бабушка. Следом за ним бабушка умирает. Почему? Они всю жизнь прожили в любви. Они даже не представляют себе такого момента, как они могут жить без друг друга. То есть они друг другу несли любовь, несли счастье. И вот эта взаимопомощь, взаимная любовь, взаимоподдержка их не только в жизни сопровождает, но и за пределами, то есть за гранью смерти. И вот это наполнение, оно дает людям жить. То есть на уровне подсознания, это проявляется даже у молодежи. Знаете как? Выходи за меня замуж, или я жить не буду. Да? Или если ты на мне не женишься, я умру. То есть молодые говорят. То есть многие говорят, а это в порыве эмоций, никто с собой не покончит. По-моему, года два назад по телевизору показывали, то есть молодая пара, парень с девушкой, то есть любили друг друга. Что-то они там гуляли, он высунулся в окно, не удержался и выпал и разбился. Она выбежала, посмотрела, что он мертвый, поднялась в квартиру и сиганула следом за ним. И похоронили их вместе. То есть таких случаев тоже полно. То есть как бы они уже не представляют, как они могут жить друг без друга. То есть не потому, что других людей вообще нет, а потому что вот эта вселенская сила любви нашла наибольшее количество точек взаимодействия, взаимопроникновения между двумя любящими людьми. То есть вот как раз законы Рита и помогают человеку раскрыть в себе и в другом человеке вот эти точки излучения и точки поглощения энергии любви. То есть точки любовного взаимодействия, чтобы потом можно было и целить, и созидать, и сотворять все, что угодно.
То есть, разобрались? То есть, если у них цель, допустим, один человек, вот ты имеешь в виду случай самоубийства, да? Один случайно, а второй следом пошел. Он, когда пошел следом за грань яви, он себя уже запрограммировал свою душу идти с ним и за ним в следующем мире, поддерживая его и там. Независимо от супруга или не супруга. Да, независимо. Ну вот даже ребенок. А вот заметь, не помню, какая-то вот молодежная группа была. И кто-то там то ли вывалился с окна, то ли покончил с собой, а? И сколько девчонок потом повыбрасывалось сапожек по всей России. И все с мыслью, чтобы там быть с ним. Они себя запрограммировали. То есть у всех же их, будем говорить, была безответная любовь. Но там он в их окружении. А если он был выше уровня, чем вот допустим, анальный наоборот, и как они там будут вместе? Он ушел выше уровня анала, они чувствуют любовь. Оль, даже смотри, если он был на уровне выше, да. Это а они на нише, они его все равно на своем уровне воспринимают. Ты пойми, уровни-то, они как бы в одной структуре находятся. Только вот, допустим, вот в трехмерном, да, в четырехмерном, ты вот видишь меня там, да? А допустим, уже пяти-шестимерное, ты видишь меня так же, но одновременно со всех сторон и изнутри. Но при этом я как бы нахожусь в одной пространственной структуре. Да. То есть вот это вот взаимосвязь. Поэтому, ну, представь, леги, да, 16-мерного мира, приходили, ну, на Землю. Но их же воспринимали так же, как людей, хотя они были 16-мерными. То есть, ну, люди видели лишь то, что они способны были видеть. А другого они как бы не подмечали. То есть это было вне их уровня восприятия. Радиоволны, значит, слышишь? А? Радиоволны. Ну, конечно, телевизионный сигнал. То есть здесь понятно, да? Ну, если все понятно, значит, открываем начало и смотрим, что у нас. Как тема называлась? Вот. Структура и основа в законах ритма. То есть, заметь. Структура. Где бы ты ни находился, в какой бы ситуации, всегда в основе, что у нас? Любовь и законы ритма. Любовь не только к человеку. Любовь животным, любовь к природе, любовь к земле, к отечеству, даже любовь к музыке, к поэзии, любовь к богам. То есть любовь присутствует везде. Вот она, основа, которая лежит в законах ритма. Здесь все понятно, да? То есть, где бы мы ни находились, любовь есть всегда. Не так, как у коммунистов. Мы были, мы есть, мы будем есть. А есть просто подарок. А здесь самое главное. Чем больше ты отдаешь любви природе, людям, животным, тем больше ты ее и получаешь.
заповедь так и гласила. Кто любовь излучает, тот ея умножает. А кто любовь расточает, тот ея потеряет. То есть, о чем говорит? Когда любовь направлена и имеет мыслеформу с указанием определенной цели, определенной структуры, то есть она целенаправлена, то есть тогда мы ее умножаем. А если просто разбросали без направления, то ее лишились. То есть здесь понятно, да? Не совсем. Так, еще есть вопрос? Григор, у тебя как? Сейчас, подожди. Понятие расточать и не расточать. То есть излучать, то есть направлять на что-то конкретное. А расточать это просто разбрасывать. Налево-направо бесцельно. Понятно, да? Или нет? Все, да? Записал вопрос. Ну, если вопросов больше нет, на сегодня урок, то какой? 34. Закончил. На этом все. Перечитайте, посмотрите, еще, может, что-то новое для себя откроете.